Всем привет! Мы продолжаем проходить Киберпанк. Осталась тут последняя финальная миссия, и мы тогда посмотрим одну из концовок. Скорее всего, эта концовка будет не очень положительная, потому что, насколько я понимаю, нужно будет зачищать всю карту, выполнять какие-то определенные дополнительные задания, чтобы увидеть более другие, лучшие концовки. Там вот, допустим, я с Джонни особо-то не дружил. Ну, как-то так, давайте посмотрим, что есть. Так, поговорить с Мисти. Некоторые считают, что неопределенность — это зло, и гадают, чтобы от нее избавиться. Другим кажется, что все зло от перемен. Это тоже неправда. Мы меняемся каждый день, каждую минуту своей жизни. Бояться нужно не перемен, а того, в кого мы можем превратиться. Главное — знать, что идешь верным путем. Я придумала этот расклад специально для тебя и Джонни. Твое будущее – это его будущее. И наоборот. Я передумал. Или пусть гадает. Ладно, пусть гадает. Окей, я готов. Но все равно, как и вчера, ничего нового не скажет. Начнем с тебя, Ви. Все плохо. Шут. Ха, кто бы сомневался. Теперь давай разберемся в его значениях. Шут символизирует начало путешествия и появление в жизни чего-то нового. Это внутренний ребенок. Любопытный, но наивный и легкомысленный. Напоминает Ви, с которым я познакомилась. Маг. Это талантливый и харизматичный человек. Лидер. Прямо как Джонни. Карта перевернута. Это может означать зависимость и психические расстройства. Да, это 100% Джонни. Он сам одно большое расстройство. Последние карты – это ваше будущее. Дьявол. Ха, у тебя случайно нет другой колоды? Повеселее. Это не смешно, Ви. Перевернутый дьявол значит подчинение. Потерю контроля. Это борьба. Агрессия, зло. Что бы тебя ни ожидало, считай это предостережением. Ладно. А Джонни? Луна. Ну, звучит вроде бы неплохо. Не знаю, Ви. Луна – это тайна. Ну, то есть, в принципе, всю концовку она мне сейчас уже и рассказала. На картах. Пока мы ее потом увидим. Это кажется за тобой? Да. Стой, это что? Лимузин Арасаки? Да-да-да. Все верно. Почему, Ви? Они же убили Джеки, а ты... Ты теперь с ними работаешь? Я хочу только рассказать правду и все. Так, остальные варианты еще хуже. Джеки погиб, потому что мы оба ошиблись. Ну, давай. Думаешь, я не помню? Это я вчера, в принципе, отвечал. Мне тоже это не нравится. Но другие варианты были еще хуже. У тех, кто предает друзей, нет оправдания. Ты не можешь меня осуждать. Ты изменился. К худшему. Ой, все, хорош. Вот, значит, куда попал секретный прототип Араса. В принципе, мне другие варианты все равно не светят. Тут надо заново загружать до предпоследней миссии. Называется она Баков звонит колокол. Зачищай всю карту, и тогда у меня только откроются другие варианты. А так, у меня особо выбора-то и не было уже. Очаровательно. Ладно, все, поехали уже. Все верно. Канон ничего нового не скажет? То... Бла-бла-бла, будет выделываться, но все равно не мы нахожу. Поедем. Ну, пойдем. Довезешь. Кстати, иногда в этих роликах Такамура еще появляется. Почему его сейчас нет, не знаю. Видимо, какие-то мы другие расклады. Приехали. Почему она не звонит? Кто? Ханака? Даже не знаю, что ты здесь делаешь с таким интеллектом. Мы едем Ханака освобождать. Что я здесь делаю? В роли таксиста. Осторожнее, слышь. Едем освобождать Ханака.
Потом эта Ханака, она должна будет прийти на заседание всех акционеров, по-моему, корпорации вот этой вот Арасака. И тогда мы должны рассказать то, что Юринобу, ну, в общем, отца своего убил. Не дрова везешь. Эй, эй, я тебе не водитель. Я на это не подписывался. Никто из нас не подписывался. Так что заткнись и веди. Сейчас начнется веселье. Хотя это лимузин Арасаки, но охрана все равно нас проверит. Старайся держаться естественно. Угу. Точнее, просто сиди спокойно, ничего не делай, и ну, все так пройдет не получится, гладко. Будем зачищать. Здравствуйте. Все в порядке? Давай. Сразу минус один. Боже правый! Угу. Ты чего? Совсем с ума сошел? Совершенно верно. Что вас всех? Что дальше? Нас к ней близко не подпустят. Пойдем чистить. Придется прорываться прямо через них. Прекрасно. Развлекайся. Пока будешь искать Ханака, я найду Ави. Угу. Вот Ханака звонит. Я в спальне, в центральной части резиденции. Андерс, нам нужно Ави. Но сперва мы нейтрализуем четверых охранников. Ви, тебе понятно задание? Ага. Давай. Нейтрализуем. Я забью их канал связи, чтобы не подняли тревогу. Подожди-ка, вот этого тоже обчистим. Вдруг что-то пригодится. Они знают, ты здесь. Нейтрализуй их. Всех до одного. Сначала робота. Ух, вынес как-то он быстро меня. Давай, 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 еще раз. Ой, да только не надо с этой душилки, а. Некоторые считают, что не обрать. Окей, я... Блин, надо было не соглашаться. Ну, быстрей. Бла-бла-бла-бла-бла. Блин, а почему так далеко откидывает, а? На самый бесполезный диалог, наверное. Хотя... Не, ну один раз ты его можешь послушать. Все. Ну не два же. Думаешь? И все, и не выйти, вот, пока я с ним не поговорю. Вот, значит, куда попал секретный... Перематываю это все дело. Мы почти приехали. Да, если робот меня почему будет постоянно убивать, это будет, блин, такой геморрой просто. Кто? Переигрывать все это дело. Ханака? Тысячу раз. Даже не знаю, что ты здесь делаешь с таким интеллектом. И что я здесь делаю? В роли таксиста. Я сейчас лечилки переставлю на слышь, более лучшие. Не дрова везешь. Эй, эй, я тебе не водитель. Я на это не подписывался. Никто из нас не подписывался. Так что заткнись и веди. Я посмотрел концовки, они, в принципе-то, все не очень-то особо положительные. Сейчас начнется веселье. Хотя это лимузин Арасаки, но охрана все равно нас проверит. Старайся держаться естественно.
Точнее, просто сиди спокойно, ничего не делай, и все пройдет гладко. Все равно будем начинать с конфликта. Боже правый! Ты чего? Совсем с ума сошел? Что об вас всех? Все равно всех лупить. Что дальше? Нас к ней близко не подпустят. Кто-то придется прорываться прямо через них. Прекрасно! Развлекайся! Пока будешь искать Ханака, если я бы столбом сидел, как бы все равно бы, ничего бы не изменило. Лучше треснуть его сразу. В центральной части резиденции. Андерс, нам нужно Ави. Но сперва мы нейтрализуем четверых охранников. Ви, тебе понятно задание? Да, давай. Ага, нейтрализуем. Я забью их канал связи, чтобы не подняли тревогу. Может, подождать надо лучше. В принципе, единственное, кто смущает, так это вот этот робот. Подожди, а что мы с ним можем сделать? Отправить, давай попробуем. Наверное, так долго будет. Да. Это будет долго, мы его ломать будем. Они знают, ты здесь. Нейтрализуй их. Всех до одного. Серьезно, как я умер-то? Вообще не понял, как я подох. Это странно. О, какой это напряг просто. Некоторые считают, что не... Да вали ты уже. Я передумал. Все. Не хочу знать буду. Как? Сократи мне этот диалог. Все равно этого мужика в очках ждать. Стоит. Все верно. Ну давай быстрее. Бушидо 6. Это типа ответ на форсаж. Думаешь? Блин, она так долго времени думала. Все видно. Не на... Сам. Блин, а что если попробовать его не ударять об машину? Может, нас дальше пропустят? То что робот как-то, я не знаю, просто он шотает. Ничего сделать не успеваешь. Кто? Ханака? Даже не знаю, что ты здесь делаешь с таким интеллектом. И что я здесь делаю? В роли таксиста. Осторожнее, слышь? Не дрова. Может быть, сначала пробраться... Я мелочь всякую развалить, а потом я робота уже в конце. Никто из нас не подписывался. Так что заткнись и веди. Я когда напролом прошел, хотя бы дальше пробежал и больше народу убил. Робот как-то вообще не дает пройти просто. Сейчас начнется веселье. Хотя это лимузин Арасаки, но охрана все равно нас проверит. Старайся держаться естественно. Точнее, просто сиди спокойно, ничего не делай, и все пройдет гладко. Ну давай, его попробуем не бить. Что ж произойдет? Все в порядке? Доступ в резиденцию закрыт до особого распоряжения. Приказ Йоринобу Арасаки. Мы по приглашению Ханака
Не осложняй жизнь нам и себе, пожалуйста. У меня приказ Йоринобу Арасаки. Ты издеваешься? Ты же меня знаешь. Да, его не знаю. Назовите себя. Опять все равно, да, ударить его? Предлагаю опустить формальности. Нас ждет Ханака Арасака. Оставайтесь на месте. Только и этого нам не хватало. Через минуту придет подкрепление. Твою же мать! При любых раскладах он врывается напролом. Прекрасно, Андерс. Как Тихо. Ты там сказал? Держитесь естественно. Да иди ты! Чтоб вас всех! Что дальше? Нас к ней близко не подпустят. Придется прорываться прямо через них. Угу. Ну, так или иначе, этот охранник умирает первым. Пока будешь искать Ханака, я найду Ави. Я в спальне, в центральной части резиденции. Андерс, нам нужно Ави. Но сперва мы нейтрализуем четверых охранников. Ви, тебе понятно задание? Ага. Четверых достаточно убить. Робот тут, наверное, ни при чем, может быть. Я закрыл канал связи, чтобы не подняли тревогу. Давай обойдем. Осторожно. Один охранник во дворе, второй у бассейна. Третий на террасе, а последний внутри. Знать бы, где этот бассейн у вас. Все равно, мне кажется, валить так всех. Оп. И добиваем. Немного остался, и она не повредит. Я себя поджег. А камин загорелся. Вряд ли Йоринобу вытащил его на свет просто так. Теперь нам еще долго с ним мучиться. Ага, силы открыть 13 аж нужно. Эта миссия хорошей прокачки требует. Террорист! Самилы, террористы. Ладно, давай так попробуем. Несем большие потери. Огонь! Огонь, мать твою! Все равно через окошки они мне не стрелять не смогут. Пали его! Нейтрализовать! А так хотя бы они меня атакуют со всех сторон. Уже лучше. Он ран! Ну почти. Почти не со всех сторон. Цель загнана в угол! Да, конечно. Тихо, там снайпер какой-то, что ли? Мне показалось. Тут вряд ли в них. Серьезно, как он меня через дверь-то убил, блять, урод? Он убил меня через закрытую дверь со снайперки. Это бред какой-то вообще. Миссия к чертям поломана. Некоторые считают... Тебя просто убивают с одного удара. Окей, я готов. Да пошла ты в жопу, давай быстрее. Пытаешься в робота стрелять, тебя шотают. Пытаешься на пролом пройти, тебя даже через дверь убивают. Вот как?
Я уже устал этот диалог 6-й раз слушать. Или какой-то. Нет. 6-й, да, получается. Да, я спал 3 часа 21 минуту. Все нормально. Мы почти приехали. Почему она не звонит? Кто? Ханака? Даже не знаю, что ты здесь делаешь с таким интеллектом. И что я здесь делаю? В роли таксиста. Осторожнее, слышь? Не дрова везешь. Эй, эй, я тебе не водитель. Я на это не подписывался. Никто из нас не подписывался. Бля, так вот это никак не сбросить тоже. И веди. Ну, хотя бы эмпирическим путем я вычислил то, что охранника в любом случае первого ты вырубаешь, как ни крути. Сейчас начнется веселье. Хотя это лимузин Арасаки, но охрана все равно нас проверит. Старайся держаться естественно. Точнее, просто сиди спокойно, ничего не делай, и все пройдет гладко. На тебя 10 тысяч человек нападает, блин, через стенки, которые тебя лупят. Вообще, естественно держаться, самое то. Давай. Боже правый! Ты чего? Совсем с ума сошел? Что об вас всех? Что ну, дальше? Ну а так он его давит, какая разница? Нас к ней близко не подпустят. Придется прорываться прямо через них. Прекрасно! Причем эта макака, которую я ищу, она обещает их вломать. Говорит про 4 человек. Я в спальне, в центральной части резиденции. Андерс, нам но она никого не ломает, и человек гораздо больше. Но сперва мы нейтрализуем 4 охранников. Ви, тебе понятно задание? Ага, нейтрализуем. Я забью их канал связи, чтобы не подняли тревогу. Подожди. Ага, они мне показывают, что я должен выйти отсюда. Якобы по заданию. Но выйти не работает. Делай, что хочешь. Я говорю, эта миссия как-то, по-моему, поломана. Или недоделана просто. Осторожно. Еще 5 охранников снаружи. И резидент в гараже слева. Так сколько этих охранников? 4 или 5? Сколько мне надо уничтожить? Один охранник во дворе, второй у бассейна, третий на террасе, а последний внутри. Подтверждаю. Безопасность внешнего периметра. Стоит она что-то тут. Да. Может, меня через сервак какой-нибудь не прострелят? А вдруг? Бля, тут сквозная дверь. Они забыли меня искать. Они знают, ты здесь. Нейтрализуй их. Всех до одного. Ну давай. Ай, тихо. Там робот. Быстро, быстро! Но они начинают меня через стенки убивать. И ты так и даже иногда такого себе не позволял. Но только иногда. Давай, вылезай. Оп. Держаться вместе! Как таких врагов ловить, когда она просто... Шорк-шорк. И она уже удрала куда-то. Шлепуху кинули. Здравствуйте. Попал!
Давай. Короче, 10 охранников, не считая робота. Робота мы будем убивать последнего. Причем во всех концовках, как ни крути, ты будешь возиться с каким-нибудь роботом большим. Позиция опустела, займите! Пытается окружить, кстати. По-моему, первый раз за игру. У нас потери! Тихо. Снайперок. Все. Пошьёбом, пошьёбом. Твою ж мать! А то ж. А, да тихо. Меня сейчас чуть не завалили. Займите позицию, закройте брешь! О, я всех вижу почему-то. Но вовремя я вообще-то решил зарядиться. Несем большие потери. У нас пара. Потери. Так, сколько их? Еще парочка, да, осталось? И раз-два. Наконец-то я убил этого снайпера проклятого. Давай-ка мы попробуем пистолетом его. К тому же он так быстро стреляет, что аж хорошо. Все равно этого робота, как ни крути, надо убивать. Я хоть патроны от винтовки поберегу. С учетом того-то, что я его критую вовсю. А жира, конечно, у робота просто какое-то количество безумное. Ну ничего, сейчас сделаем. Патронов у меня больше, чем у него здоровья. Неужели? Итак, давай лечимся. Ну, то, что я, в принципе, собираю, уже этот лут бесполезен мне. Скажу, я тебе не завидую. Это уже, наверное, по инерции скорее дело. Главное, чтобы сейчас мне не шотнул вот этот товарищ, это последний у нас. А как таких ловить, а? Когда он просто дэшит куда-то в сторону. Они хоть и тупенькие, но быстрые. Все. Кажется, да. Больше людей Юринобу здесь нет. Ой, спасибо, как будто я не догадался. А я такой сижу и думаю, блин, искать мне еще людей или нет? Естественно, все, кто надо, уже выбежал.
Так, ладно, прошли, слава богу. Приближаюсь к резиденции. Хуя она в плену тут сидела. Эти люди просто не оставили мне выбора. Так, возьми себя в руки, вы все сделали правильно. Мы еще не закончили. В руки давай берись. Вам надо успокоиться и взять себя в руки. Нет, и в ноги не заодно. Надо. Дело не в этом. Судя по всему, началась война. От вас слышать про войну страшновато, но, по-моему, вы преувеличиваете. Ты действительно так думаешь? Я просто считаю. Вы, я и Хельман — три человека. Ну, два с половиной. Короче, против всей Арасаки и ее армии этого будет недостаточно. Мой брат — это не вся Арасака. По крайней мере, пока. Ну, так или иначе, по сюжету ты выступаешь против всей корпорации Арасака, только с разных сторон. Хочешь, ты можешь прямо вот эту ветку развивать. А еще ты можешь за панам все миссии выполнить. Тогда там что-то вы едете, что-то там взрывать, копать, ну так далее. В общем, несколько вариантов исхода событий нападения на Арасака. Он об этом знает. И потому окружает себя преступниками. Вроде Адама Смешера. Думаете, это меня утешит? Мы одни. И это факт. Мой отец тоже был один. И он построил империю. Садись. Поехали. Я думаю, что вот такой исход событий ближе к ветке корпората, нежели чем Дитя улиц. Ну да ладно. Ну что ты вылупилась? А мужик там киношку смотрит, вон я смотрю, у него глаза синие. А уже не синие. Не слишком ли рано? Пить шампанское. Да он горе заливает. Видно же, алкаш. Но если это тебя успокаивает, может, у кого-нибудь еще дрожат руки? Так, у меня с руками все в порядке. Я выплю, может, в голове прояснится. У меня все в порядке с руками. У меня с руками все в порядке. А со всем остальным, мне кажется, нет. Тоже все в порядке, могло быть и лучше. Ну да, и все в порядке. И со всем остальным тоже неплохо. Я же таблеточку недавно съел. Это неправда? Он отключился в машине. Мне норм как-то. Просто устал. Ничего удивительного? Твоя центральная нервная система отмирает. Лично меня удивляет, что ты еще ходить можешь. Нам надо спешить. Ну то есть чип Джонни все больше и больше въедается в мозг. Мы займемся тобой. Она говорит, я типа брату отомщу за убийство. Если это брат, ну вроде брат. Брату отомщу за убийство, и тогда, короче говоря, мы выковырим тебе чип и восстановим твое сознание. Обещает мне лучшую медицину взамен на то, что я видел. А можно это пропустить? Приехали. Да ладно. Ура! Подождем-с. У тебя уже все готово? Вполне. А у меня как раз глюки начались.
твою мать! Он выдержит? Должен. Все нормально. Сюда. Тогда это последняя возможность. Для чего? Чтобы рассказать мне план. А если плана нет? Не делайте из меня дурака. Угу. В день парада у вас с Такамурой, кажется, он был план. Тем не менее, от него очень быстро ничего не осталось. А там такой план был вообще. Сюда. Знаешь почему? План у нас был с Такамурой, только трех снайперов завалить. Вот, в принципе, и все, что мы обсуждали. Остальное как-то уже все пошло потому не по плану. Потому что иногда нужно смотреть правде в глаза. Которого не было просто. В тот день я так и поступила, благодаря тебе. Ты выглядишь как честный человек. Это ваш аргумент для правления Арасаки? Мне просто встать перед ними? С оружием наготове. То есть, если мои чары не подействуют, перейдем к другим методам. Понимаю, к чему вы клоните. Нет, пока не понимаешь, как и все они. Только что-то не пойму. Если я встану, начну рассказывать, они такие, да ты врешь. А куда мы идем? Я должен их всех расстрелять? Это один из самых ревностно охраняемых секретов Арасаки. Я был, кстати, в этой башне. Да-да, я был в этой башне. Кабинет отца. Такой же, как в токийской штаб-квартире. Угу. И как во всех прочих офисах Арасаки на планете. Во всех деталях и мелочах. Чтобы он мог ориентироваться даже вслепую. Когда это все объясняет. Такой уж он человек. Придирчивый, требовательный. Был. Прошу прощения. Был он. Вы хотели сказать «был». Символы никогда так просто не исчезают. Начинается философия. Вопрос в том, насколько лидеры фракции будут верны ценностям Арасаки. И хватит ли у них смелости признать свою ошибку. Я бы не стал особо на это надеяться. Мои показания ни хрена не стоят. Да и у вас тоже с вескими доводами проблемы. Рано еще говорить. Идем. Пошли, коль не шутишь. На заседание. Киса, держите пинсне, сейчас начнется. Точно. Киса Воробьянина. Мы едем вниз. Я же говорила. Точка доступа к Микоши находится под Арасака Тауэр. Прежде чем мы придем на заседание, нам нужно сделать кое-что еще. Да. У меня есть смутное ощущение, что вы чего-то не договариваете. Потому что я чего-то не договариваю. Проявляю осторожность. А я думал, мы доверяем друг другу. Но вообще кинет не она. Мы доверяем друг другу. Именно поэтому ты здесь. Хотя в тот раз, когда вы меня похитили, я посоветовалась с ним. С кем? С отцом. А что, все? Да? Мы приехали типа на заседание? Он копировал. Не только обстановку кабинета. Что? Ну что он еще копировал? Что-то вылупилось туда. А, понятно. Отосама. Отец. Коно-хито-йо. Это он. Ты обокрал мою компанию. Вот это нихера себе. Ты помог похитить мою дочь.
Ты стал вестником гибели для моего сына. Можно подумать, что ты ненавидишь Арасаку. Мы о таком не договаривались. Вы могли бы меня предупредить, зачем я здесь? Я не буду с вами болтать. Еще бы, привет от Сильверхенда. Ну так что? Ну давай так, да, ответим. От Сильверхенда ему приветик, пусть засыт немножко. Короче, Юринобу Арасака свой... Сабура Арасака. Он свое сознание запихал так же, как и Джонни, как и Альт Кеннингем. По-моему, так его девку все звали. В порядке. Да заткнись ты. По-моему, так его дамочку звали, и он тоже вот... Короче, у них вот все запихивается вот в эти вот картриджи сознания. Запихивают, и потом можно их вставлять куда угодно. Вот именно, старый козел. Ви! И, кстати, привет вам от Сильверхенда. Ты была права, Ханако. Он не такой, как все. Нам нужно идти, пока он не наделал глупости. Я готов, Ханако. Пора начинать. То есть, по идее, мое присутствие это было бы не особо важно. Я бы мог там это не все. Участвовать. Мы можем идти. Ну, типа, не приходить даже да, сюда. Пойдемте уже. Раз уж сознание батьки главного есть и так на флешке, то что мешает просто флешку туда принести на заседание? И батя все расскажет. Не надо. Не сейчас. Ну да ладно. Та-та-та-ран-та. Мы почти у цели, Ви. Ты выдержишь? Да. Я чувствую, что скоро загнусь. Давайте быстрее. Да, давайте. Это впереди ваши люди? Сам. Можно и так сказать. То есть? Я не знаю, насколько они верны именно мне, а насколько моим деньгам. Да в вашем случае это одно и то же. Ты всегда до боли искренен. Поэтому я и здесь. Что бы их ни держало, главное, чтобы они стреляли в нужную сторону. Да, но только в крайнем случае. Чуваки, когда похожи совет директоров на... решит, что мы несем полную чушь... На Лодрунера из Дэнди. Если, а не когда. И что тогда? Их тоже надо будет нейтрализовать. Держи оружие наготове. И ничего не говори. Нет у меня оружия пока. Пока я не попрошу. Что бы ни случилось, слушай меня. Чем я и занимаюсь уже последние минут 20. Только тебя и слушаю. Это же всего один остров. И 12 тысяч жителей. Их можно просто переселить. В этом архипелаге еще много островов. Слишком много. Я опоздала. Прошу прощения. Ханако? Что вы здесь делаете? А где же мой брат? Он сказал, чтобы начинали без него. Ну, тогда без него и начнем. Давай, начнем выбрасывай голограмму бати, как покебол просто. С поста главы корпорации Сабуро, выбираю тебя. Простите, я не ослышался. Что? Что вы делаете? Вы не можете... Ханако, может, объясните нам, что происходит? Ви, ты сядешь здесь. Где я там, стульчик, что ли, есть? Себя ноги. Шевели жопой. Ты слышал? Перенеси куда-нибудь свою жопу. Пидор грязный. Ну и чё ты мне стол освободишь, нет? Блядь, сидит, тупит. Надо было выдернуть стол из-под неё. Это просто неслыханно. Давай. У меня для вас большое есть информация. Йоринобу убил моего отца и воспользовался его смертью, чтобы развязать свою войну.
И вы знали об этом. Все вы. Потрясающе. Бред! Думай, что говоришь. Вот именно. Это все слова. Может, есть и доказательства? Есть. Я привела очевидца. Доставай, батя. Она говорит правду, я все видел. Быстро же вы стали шестерками Еринобу. Давай шестерки Еринобу. Надо же, как быстро вы все стали шестерками Еринобу. Все равно так у меня финал предначертан. Все, что бы я как бы не дерзил в диалогах, так или иначе, все равно это сведется в одну точку. Этот глупый спектакль начинает меня утомлять. Вызовите охрану. Поддерживаю. Пусть они пойдут прямо к Еринобу и спросят, что случилось в Кампеке Плаза. Только пусть захватят оружие. Когда ваш босс бесится, он начинает душить людей. И змею свою одноглазую. Это серьезные обвинения, но голословные. Батю доставай. Если наших слов недостаточно, возможно, вас убедит мой отец. О. Под юбку не заглядывать. Арасака-сама? Сейчас батя будет стриптиз танцевать на столе. Что с вами двигало? Детская наивность или обыкновенный оппортунизм? Что бы то ни было, вы не заслуживаете своих должностей. И это должно нас убедить? Дешевый фокус. Ну вообще да. Баретто, помнишь, что я сказал, когда узнал, что ты боишься войны с Мелитехом? Тебе не хватает трех вещей: уверенности, ума и стержня. Арасака-сама, как я вижу, ничего не изменилось. Это он. Ебать, он за 3 секунды просто уверовал. Что нам теперь делать? Все, что прикажет Ханако. Относитесь к каждому ее слову так, будто его произношу я. Ну, то есть, сын говорит, у меня говно, слушайте, дочь. Она говно, но поменьше. Возражение? Единогласное, думаю. Все очканули. Да что тут происходит? Запуск протокола Хаябуса. Похоже, все. Протокол Хаябуса прилетел к нам. Кто включил блокировку? Значит, вот как ты решила проблему, Ханако. Заперла нас здесь, чтобы мы перегрызлись, как крысы в клетке? Что это? Сколько еще уличных попрошаек ты сюда привела? Я тебя спрашиваю! Все, всем хана. Спецназ? Еще? Нейтрализовать нас. Кто такой? Я не могу в него стрелять. Что он зайдет настолько далеко. Я соберу людей и возьму под контроль Арасака Тау. Отойди от меня. А ты найди моего брата. Этот лифт едет до верхнего атриума. Оттуда можно попасть на этаж Юринобу. Он нужен мне живым. Живым? После всего этого? Он мой брат. Если ты тронешь его хоть пальцем, наш договор потеряет силу. Эй, хаджиме насай. Чувак в чуваке стоит. Твоя матрица. Не подходите. Агент Смит, короче говоря. Подняться на лифте в верхний атриум. Кстати, я даже этой концовки, по-моему, не видел. Ладно. Надо держаться вместе! Так, вот пока робот заглючил, давай-ка его тут постреляем по чуть. Прикройте, перезаряжусь! Пусть он тут стоит, а мы его полупим пока.
такое ощущение, что какая-то необычная концовка. Как они дерутся между собой, странно. Все, роботы ебоба тухана. Бросай оружие и выходи. Ну, куда там? Все, никто не нападает. Секунду. Я бы хотел поменять тогда хоть что-то. Это уже мало чем поможет, конечно. Винтовочка. Оп. Пистолетиков нет никаких. Нет. Катана. Блин, я не знаю, вряд ли она мне пригодится. Может, дробаш поставить? Ладно, все равно, пускай катана и будет. Стой, я еще патронов смогу сделать? Нет, опять этот дебилизм идиотский. Просто я не могу делать патроны. Во время задания. Он киборг! А ты, блядь, не киборг, как будто. Только не меня! Я жить хочу! Придется всех шмонать, чтобы патроны у меня не кончились. Вот я о чем. Угрозы нет? Террорист! Они дерганые. Вы там с кем воюете-то, пацаны? Ладно. Не будем их отвлекать. Но это какая-то другая, походу, альтернативная концовка. Я не такую видел, когда просматривал все концовки вчера. Там было нечто иначе. Выдвигаемся! Я его прижму! Наступаем! Наступаем в говно! Я его пристрелю! В смысле, это так они игру починили? Все должно быть по-другому? Я должен был патроны уметь делать все время. Наступать! Так я согласен, что это пиздец какой-то. Но почему-то ты вот иногда не. Ну, не иногда, ты всегда. Ты не можешь делать патроны себе, если ты находишься вне задания. Кстати, не зря я сюда пробежал. Я хоть патронов пособираю. О, чувак в воздухе умер. Все нормально. Там еще сзади какая-то война лютая идет вообще. Огонь просто там на поражение. Так, мне бы сейчас в текстурах не потеряться, а то хлоп, еще задание завершится случайно. Не знаю, забагованность этой игры. Может все что угодно произойти. Так, джунгли есть. А мне на лифт. Кнопки нет. Тут деревья. Дерево проехало в текстурах. Так. Хилки. Давай мы зеленые на синие поменяем. Вот на вот эти. Сколько лечат вот эти? 15%. 40%. 60%. Пригодится. Штанишки. Курточки нет. Это тоже без разницы. Винтовка. Понятно. Винтовка — это праздник, и все летит в пизду. Хорошо. Да даже качаться не буду. Не вижу смысла.
Мне типа вот это последнее, что надо зачистить, посмотреть какую-то катсцену и все, как бы уже эпилог. Чакуяка лифт с другой стороны открывается вообще. В конце коридора будет атриум и лифт. Будь осторожен, мне сказали, что на этом этаже идет бой. Да я как бы слышу тут какой-то лютый замес. Противник, вступаю в бой! Эти воюют, но только, по-моему, в другую сторону. Хотя нет, что-то постреливают, я смотрю. О! Сколько роботов я таких должен заебенить? Тихо, мне мужик мешает. Это Росака, что ли, сам? Так, давай мы сначала мелочь раскидаем. Сколько всех? Да, кстати, не очень много. Они просто время тянут. Блять. Пистолет, по-моему, пошибче, чем этот стреляет. Чё ты туда побежал? В затылок постреляли тебе ж. Киборг странный, о, точнее робот. Стал там что-то постреливает гранатами своими. Перезаряжаюсь! Уголка, но он так же шотает. Пистолет немножко задирает, когда вверх, когда стреляешь. Он уже, я смотрю, вообще ни в кого не попадает. Он стреляет как будто в воздух. Короче. Стреляйте вы! Так, там кто-то еще один прятался. Хрена патронов нет. Точно нет. То не хватало бы еще на последнем этаже без патронов остаться. Что, у меня дробаши есть? Хотя бы один. У меня проблема. Они отключили все лифты. Мои люди, у меня сейчас проблема. Иди к центральному лифту на третьем этаже. Быстро. Ламба или мы? Хорошо. Фера. Еще одна лестница. Нихуя, я ногу загнула как. Ей в манду стреляет до сих пор. Извраты просто. Это дроны, да? Тихо. Перезаряжаюсь! Бля, ну чё вас так много-то? Они мне больше мешают, по-моему. Огонь! Огонь! Всё? Ну там люди падают с этих сверху. Я видел, вон там прям с балкона кто-то полетел. Кто-то самовыпилился просто. Конечно, нет, это просто игра так тупит. Кто тут не выпиливался? Чё? Ты
Может, где-нибудь патроны есть, что ли? Кукусики. Вот патроны. Которых маловато. Я еще поищу. Куда торопиться? Сейчас на вторую половину этого, на вторую половину стрима Азика запустим. Пам-пам-па-пам-пам. Пам-па-пам-пам-пам. На меня напали! Куда он пошел вообще? Дроны четко стреляют, только тебя. А цели никуда не уходят, не тупят. Ну как? Не сильно. Эти куда-то убегают, что-то делают. Не в ту сторону воюют ребята, короче. 13 патронов у меня осталось. Так, я могу оттуда? Это не те, что ли, пистолеты? У нас, короче, патроны лежат от винтовок, ну, и пистолетов в одинаковых контейнерах. В принципе, у меня пистолет тоже неплохой. Ну, типа, не легендарка, но... Да пройти игру-то с ним можно. Чё ты палишь, педрила? Может, где-то тут? Или я тут? Не, я тут не смотрел еще. Хотя бы. Да-да-да. Я сняла блокировку. Сейчас будет 10 лет туда ползти. Скорее всего, люди Юринобу уже ждут. Естественно, самый злейший. Я присоединюсь к тебе, когда ситуация нормализуется. Как хитро, да? Я, говорит, это... Ты когда все сделаешь, я к тебе присоединюсь. Телохранитель из Арасаки заслоняет императора Японии от пули убийцы. 2071 год. Служба безопасности Арасаки предотвращает массовые беспорядки в Сан-Франциско и спасает город. 2074 год. Служба разведки Арасаки ликвидирует группу боевиков, которые проводили террористические акты в Рио-де-Жанейро. 2070. Скоро тебе начнет помогать Сентрана. Арасаки. Ой, спасибо, нихуя тут. Чисто на подавление, да? Охранники вне игры. Угу. Впереди большое помещение. Мой брат поставил там лучших людей. Вы знаете, что делать. А мои нетранеры разобрались с дверьми. Можете идти. Ну, я видел то, что кто-то взял и положил вообще всю эту толпу. Я всех так быстро не смог бы убить. У меня тупо патронов не хватило. А чё так телепает-то? Их, наверное, взломали всех. Чё, с катаной туда подниматься? Давай с пистолетом. Чух, меня выпустит. Упрощать мне жизнь никто не будет. Дело тебя подумало. О! Не, это определенно не та концовка, на которую я рассчитывал, по крайней мере. Я думал то, что у меня будет самое отрицательное, потому что я некоторые задания не сделал. Тут она какая-то средняя между отрицательной и положительной. Ну, я точно не знаю, давай точно в этом убедимся. Адам Смешер, я так и знал!
Ой, смешно. Сопротивление бесполезно. Фига. А чё ты не убегаешь-то? В чём дело? Нет. Почему он бежать не может? А, у меня перегруз. Ёкарный бабай. Я-то думаю, чё я бегать не могу, не уворачиваться, не подпрыгивать. Пушек себе, значит, нахватал. Ну, давай тогда. Коль такое дело, всё мы разбираем. А это тоже. Ту-ру-ру-ру-ру, да. Вот это сюда. Я не могу ее разобрать. Майка Джонни. Так, с этим все. По идее, этот чувак будет быстро сокращать дистанцию. Мандрабаш поставим. Будем разбирать все, кроме одной винтовки. Вот эту я оставляю. Подожди, проверим. Ну да, пистолетов тоже адекватных нет. Все. Доразбираем это все дело. Чтобы уж наверняка. Но я по-прежнему не могу хилки создавать, ничего не могу делать. Ладно, все. Дробовик. Винтовка, если что. Тихо. Ничтожество. Ой, он у меня кунг-фу применяет. Да сейчас, ёпта. Сопротивление бесполезно. А херня. Нет, дробаш не пойдет. Как-то что-то не получается. Без разницы. Там уже винтовки прокачаны. Это все впустую. Баба с поджиганием, да, я так понял, что у меня нету. Да, такое ощущение, что у меня положительная концовка, но только за корпората, а не за дитя улиц. Патроны кончились. Нет, смешер это точно не в любой концовке. Если у тебя одна из отрицательных, ты там ничего не делаешь. Арасака приходит и тебя, ну, всех, короче, убивает, по-моему. Не везде, короче говоря. Смешера тоже еще надо заработать.
Где этот мудак еще? Они что тут бесконечно продавили? Понятно. Все. Блять, еще улетает. Тихо, 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 тихо. Пошел кортиком, как порося запороть. Патронов так-то не густо вообще. Тут еще всякая дичь лезет на тебя. Опа, Степа, иди-ка сюда. Это нехорошо, зашли, кстати. Прям пизды получил, убегать начал. Бля, у меня сразу же перегруз идет. Ай, быстрей, быстрей. Ему пиздец. Самилый, пиздец. Вот он. Где же бестия? Решил остаться дома, старая сука. Когда ты сдохнешь, я буду преследовать ее. Где этот урод? Стреляй! Бля, как он далеко удирает. Ну ему осталось-то понты просто. Тихо, 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 тихо. Хиляем. Сегодня мы с тобой хиляем. Это смешет? Да, это он был. Напихиваем просто. Прям терминатор, короче. Все. Блять, он еще живой? Кто-то меня постреливает, я не понимаю. Кто-то стреляет в меня или что? А, это он и стреляет. Слава яйцам, ну, просто. Как тебе, Джонни? Это за тебя. Джонни, за тебя. За тебя и за Сашку. То есть вот это вот здание можно зачищать и за Джонни. Но вот только я не знаю, точно ли это, что если ты хотя бы один раз проигрываешь, то как бы все, у тебя провал миссии. И это типа одноразовая акция. Игра сразу же заканчивается. Может быть, это и на из тех концовок. Но дрын я хороший, конечно, взял. А где та пушка? А, все, она куда-то исчезла. Короче, она у меня просто автоматически вылетела из рук. Ручи мои не стали ее больше выносить. Подожди, я могу сделать патроны, кстати. В какой-то веке. Так, давай, наверное, хилок. Сколько там? Бля, ну 6. И патронов. Мало ли. Может, еще кого-то лупить надо. Ну, не факт, мне кажется. Че там? А, все, больше у меня просто не влезает. Пистолет? Пистолет, вот. Давай еще для пекаря. Не думаю, что мне придется еще как-то сильно и много убивать. Я думаю, это был все-таки финальный замес.
он топает каблуками своими. Любой в работе биочипа. Где Еленоба ваша? Я почти пришел. Я тоже. Помни, причинять ему вред запрещено. Помню. Оставлю эту честь вам. Я у него тут штаб просто. Вся планета у него. Жестоких забав. Под наблюдением. Конец. Да ты что? Ты? Где он же вроде сестра? По-другому выглядел. Нет, это Еленоба. Не двигайся, она скоро придет. Сестра, которую ты чуть не убил. Второй вариант. Сестра, говоришь? Которую чуть не грохнули твои люди? Я отвез ее к себе, чтобы уберечь. Я защищал ее. Если ей что и угрожало, то по твоей вине, не по моей. Где она? Она скоро придет, не двигайся. Ну понятно, короче говоря. Хоть так, все равно вариант скоро один. Будет здесь. Мне велели за тобой приглядывать. Так что давай без фокусов. Каких фокусов? Я все испробовал. Все до единого. Это тебе не пригодится. А это тебе не нужно. В нем одна пуля. И она не для тебя. Надо ему нож дать, вот. Пусть себе, сипуху что делает. Что ты видишь? Того, кто проиграл, или ужас? Того, кто проиграл. Того, кто проиграл. Одного? Я вижу миллионы. Что он задумал? Киото. Дубай. Париж. У них был шанс. Он упущен. Шанс? Шанс на что? Забыть свой страх. Я не понимаю. Чтобы серьезно. Люди забыли страх. Что он имеет в виду? По-твоему, что? Надо их убить? Прости. Я что-то не понимаю. Страх. С тех пор, как себя помню, в одном ему нельзя отказать. Он знал, страх? Как нет. Вызывать страх в людях. Сабура. Однажды он мне сказал, любая ценность – это лишь флаг на ветру, а ветер – это страх. А потом он тихонько дунул мне в лицо. Тогда он ошибся в первый раз. А впрочем, это работало. Его боялись и боятся до сих пор. Этих глупцов испугал мертвый дед из коробки. Мерзость. Так батя он и так задушил. И теперь кается ходит. Если бы не ты, я бы все это изменил. Ты просто моральный урод, задолбал. У тебя даже хватило смелости собрать свою банду. Но ты ее бросил. Забыл свои мечты, принципы. И все ради власти. Власти? Правда. Власти. 50 лет назад террористы взорвали это здание. Ну, Джонни да, взорвал. Я слышал. И? Что это дало? Немного. Ничего. Но урок усвоен. Если мало взрывать бомбы, что остается? Самому стать бомбой. Он взрывчатку съел, что ли? Он додумается запросто. Нисси. О, Ханако пришла. Еленоба говорит. Покайся, брат мой. Я ждал тебя. Ты всегда приходишь, когда мир начинает разваливаться.
О, понятно. Перестань, здесь посторонние. Спасибо тебе, Ви. На этом все. Стоп. Еще нет. Давайте, чините меня. Я выполню то, что тебе обещала. Ты пойдешь с Хельманом. А вы? Ну, а вы? Я должна остаться с братом. Пойдем. Короче, посмотрим, что с тобой. Брат покаялся. Пошли, чё. Ну, естественно, меня будут переть. Судьба — ветреная дама, правда? Во все стороны. В каком смысле? Всю свою жизнь с чем-то борешься, а потом становишься этим самым... Отправиться в последний путь. В прямом смысле... Сурет такот ванай. Бакаттер. Нага. Му. Скрыта. Иной. Голову бы зажало лифтом. Ну, дверями. Та-та-ра-т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 а. И все, и титры пошли. Минус 30 косарей. Заебись. Я что, зря работал все это время? Взяли бабки, отжали. Отправили меня в последний путь. Встань и иди, возьми свет. Пошли. Иди, иди на свет. Джонни меня уже ждет. Смотри, все получилось. Ханака не обманула. Джонни, Ханака не обманула. Вот смотрю я на тебя и вспоминаю, как мы встретились. И до сих пор вижу перед собой все того же дешевого наемника и мелкого вора, который витает в облаках. Ничего не изменилось. А если бы я потакал всем его прихотям, типа закурить папироску, там треснуть кого-нибудь в рожу, еще такие всякие нюансы, тогда бы мы в его сознании бы проходили, ну там тоже два варианта есть, в его сознании бы, как правило, проходили последнюю миссию. И здесь бы он сказал бы то, что, ну ты типа нормальный чел, как бы все нормально. А тут он предъявляет, потому что ты сопротивлялся ему. Тут ты, он тебе предъявляет, что ты наемник, ты говно. Так, еще как изменилось. Хоть сейчас не веди себя как мудак, засунь себе в жопу свою снисходительность. Давай еще как изменилось. Да нет же. Прежний Ви не зашел бы так далеко. Он был слабоват. Пришлось стать сильнее, чтобы выжить. Ну, может быть. Зато прежний Ви не переваривал предательство. Погоди-ка. Тебе кажется, что я тебя предал? Хуже. Гораздо хуже. Ты предал сам себя. Да. Съебался. Что делаем-то? Не имею там права меня осуждать. Ошибаешься. Биочип перемешал не только наши воспоминания. Граница, разделявшая Ви и Джонни, уже давно, так сказать, стерлась. И поэтому ты можешь мне мораль читать? Я та часть Ви, которая оплакивает Джеки, которая орет на Брижит. Я та часть Ви, которую мучает совесть. А ты, Ви... Кто ты? Да хер его знает. Я тоже Ви, который умер на свалке. Я Ви, который решил не умирать. Уставший печальный человек. О, кто я теперь? Я человек, который добился своего. Я уже не знаю. Ты этого добился? Я человек, который Серьезно? Я добился своего. Я из тех, кто не оглядывается назад. Я сам делал выбор. Пошел в жопу. Я чувствую, что могу все. Я сам спас себе жизнь.
Думаю, тебе это только так кажется. Я знаю, я все это уже проходил. Да мне похуй, что ты там проходил. Прямо цитата из Джонни Сильверхенда. Нас теперь не разделить. Ты и я одно целое. Если ты решил мне что-то сказать, значит, тебе самому важно это услышать. Мне хотелось, чтобы мы расстались с друзьями. Я хочу все объяснить. Пришло время попрощаться. Нам больше не о чем разговаривать. Давай друзьями. Давай расстанемся друзьями. Франшип. Пожалуйста. Не думаю, что у нас получится. Ну пошел нахуй тогда. Я лежу в операционной. Хирурги Арасаки в эту минуту вынимают из меня чип. Ты же знал, что этим кончится. Знал, что придет день, когда я снова захочу жить своей нормальной жизнью. Да не будет никакой нормальной жизни. Они просто сейчас вырежут кусок из нас. И эта пустота останется уже навсегда. Мы так и договаривались, а что мне оставалось? Нет никаких нас. Похуй, мы так и договаривались. Мы так и договаривались. Я остаюсь. Все равно. Мы договаривались сражаться вместе и помогать друг другу. Ну да, и мы победили. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Ты просто. Какая избитая фраза просто. Часть нас, корпорации. Оно того стоило. Если тебя парит, что ты снова угодишь в тюрьму Арасаки, то не переживай. Тебя просто сотрут. Ты не понимаешь, что ли? Дело не в Арасаки. И даже не в жизни и смерти. А в чем? В чем же тогда дело, Джонни? Пусть поясняет. Дело в принципах, Ви. Только в них. Даже если ты сменишь свое тело на хром, или всю жизнь просидишь в брейн-дансе, а тебе будут судить по правилам, которые ты себе установишь. Потеряешься, они покажут путь. Расклеишься, они быстро склеят тебя обратно. Это заветы, по которым жил великий рокербой Джонни Сильверхенд? Этому Джонни научился у Ви. У прежнего Ви. Пизду из моей жизни, спасибо за все, прощай. Спасибо за все. Давай не будем затягивать прощание. Может, еще увидимся, Джонни. И... спасибо за все. Че ругаться, да? Если бы не ты, я бы сдох. И, наверное, не раз. Ты еще сплакни там возле порога. Помнишь, Декс тебя спросил? Тихая жизнь или лучи славы? Нет, конечно, не помню. Не помню. Жаль, что ты выбрал неправильно. Очень жаль. А как я выбрал? А как было правильно? Ну да, точно. И вообще, кто такой Декс, я даже не помню. Они бы это еще через 10 часов игры спросили. К тому же многие функции мозга еще не восстановились. Нервные импульсы перенаправлены на нейропроцессор. Это временная мера. Когда мне ждать полный отчет? Я вышлю его в конце этой недели. Еще раз поздравляю с успешной операцией. До свидания. Клиника Арасаки. Приготовьте комнату пациента. Если что, я в данный момент где-то на Луне. У меня... или на орбите, что-то такое. Но я не на Земле, короче, точно. Как я тут оказался? Некоторые воспоминания утрачены, какие-то потом вернутся. Вам нельзя нервничать. Нейропроцессор и так перегружен. Любые стрессовые реакции ухудшат ваше состояние. Я все еще вижу. Главное, что я жив. Очень хочется спать. Главное, что я жив. Я жив. Я реально жив. Получилось. Мозги-то, может, восстановятся? Мы сможем убедиться лишь по окончании обследования. Выпустите меня. Пожалуйста, выведите пациента.
Журнал. Мы не знаем, когда и как начнется восстановление. Удаление опухолей проходило сложно. Труднее всего далась операция на Энграме. Пойдемте. Кто-то вылупился, пошли. Будет ли корабль Тесея, разбитый и собранный заново, тем же самым кораблем? Стоит тупит, мы первые, кому удалось разделить психически взаимосвязанных близнецов. Похоже, даже человеческая душа даже в Киото поддается скальпелю. Конец. После песни кукушки. Пошел. Пожалуйста, отдохните. Скоро к вам придет доктор. Подушку дали нормальную. Тряпочку какую-то постелили. Ну, чип удалили, только мозги, наверное, не все в порядке. Иди сюда. Жони, мне снится, Жони. Я тебя жду. Космосу мы. Космосу. А там чужик. И начинается новая игра. Alien Isolation. WMS сообщает экстренную новость. Савура Арасака до сих пор жив. Он воскрес в теле своего сына. Генеральный директор, скончавшийся несколько месяцев назад, объявил о том, что его сознание перед смертью было полностью скопировано. Оказалось, его сознание поместили в тело его сына и наследника Йоринобу Арасаки. Эта сенсация прозвучала на сегодняшней пресс-конференции. О, как. Минасан, ираш, суфу айок. Ну ладно, он там будет нам рассказывать, новости смотреть. Пожалуйста, приготовь. А как же доброе утро? Или у меня хорошие новости? Сегодня по плану серия исследований. Следуйте указаниям. Исследование теменной доли. Пожалуйста, включите сканер Кироши и прочитайте текст. Чего, блядь? Чего включить надо? Пожалуйста, включите сканер Кироши и прочитайте... Чё тебе надо, обезьяна? Какой сканер? А, вот это что? Разные души выбирали себе ту или иную жизнь. Смотреть на это было жалко, смешно и странно. Достаточно. Проверка когнитивных функций. Это головоломка. Да ладно. В 77-м году. А что такое? А что 4 на 4? Что не 6 на 6? Да, я знаю, что плохая концовка. Тут, в принципе, положительных немного концовок из 8. На положительную надо было всю карту чистить. Пожалуйста, подключитесь к устройству. У меня столько терпения эти баги смотреть. Тест на создание представлений высшего порядка. Пациент готов к обследованию. Что за тест? Что эти тесты должны тестировать? Запуск настройки устройства. Называйте ассоциации со словами. Говорите первое, что придет в голову, не задумываясь. Путешествие. Одиссея. Одиссея. Дом. Город. Город. Враг. Тут без разницы, что ты ответишь. Смерть. Принципы. Чё, я не знаю. Арасака. Наугад, короче, буду тыкать. Предательство. Там это ничего не поменяет. Принципы. Вы на кукурузном поле.
Вокруг зелень до самого горизонта. Угу. Солнце слепит вам глаза. Вы идете по полю, раздвигая стебли. На вашем пути оказывается участок, где проехал комбайн. Что вы вообще проверяете? Уровень вашей эмпатии. От жары у вас сухо во рту. У ног вы замечаете гнездо полевых мышей. Надо выпить мышь. Машина спорола мягкую почву. Баги, все, да тут везде потихоньку они пролетают. Даже сюжетные миссии, блядь, додумались нахуй забаговать. Они лежат симметрично, словно крошечная роза. Ваш рот начинает наполнять слюна. Хватит, наверное. На землю надвигается тень. Первая в этом году дождевая туча. Так, ясно. Данные получены. Какой итог? Посмотрим. Проверка моторных функций. Встаньте на беговую дорожку. Моторные функции. Подключитесь к устройству. Тут отключись, там подключись. На кардио тебя проверяют. Что это за... Пожалуйста, идите. Бессмысленно. Вадь, у него рожа как у Фантомаса. Не видел за 5 прохождений? Хрена, у тебя еще столько терпения на эту хрень осталось. Допустим, я сегодня проходил сюжетную миссию, предпоследнюю. Пока звонит колокол, меня убил персонаж. Ну как, блядь, моб меня убил через дверь. Ну вот что это, разве не баг, допустим? В Т-позах люди ходят, это не баг? Люди просто падают с потолка, это не баг? В сюжетной миссии. Сегодня по плану сериз. Черт. Дай быстрей. Может, хоть от кардио сдохнет. Встань. Встань и иди. Уходи отсюда. Это снова сон. Сон внутри сна, внутри сна. Кристофер Нолан, ты или это? Джеки продето появился. Почему бы мне тоже это, да, не убивать? Как меня снайпер мог увидеть? Да хрен с ним, даже вот это вот. Ну то, что меня убили через дверь, это может быть там, ну, один случай, там, я не знаю, на 10 часов. Но когда люди, блядь, свалятся в сюжетных миссиях просто с потолка, это, по-моему, вообще трешак. Также сюжетная миссия попалась там, где мы с этим, как его, с Такамурой на этом, на мосту встретились. Напоминаю, 1.6 версия. Там просто машина упала сверху, вот так вот стала раком, и мы еще там стояли в этой машине внутри, разговаривали. В текстурах. Что это за уебанизм, я не понимаю. Бура Арасака внезапно воскрес в теле своего сына. Её как эти баги Арасаки можно не заметить, я не знаю. Письмо протеста против такого воскрешения подписали религиозные лидеры, известные правозащитники и главы компании из списка Virtus 100. Это чудовище, порожденное гордыней. Нет у меня, я покупал ее в Стиме за 2700 по выходу. Тщательным падением нравов. Вот наша позиция. Захват власти Сабура Арасакой. По предзаказу я ее брал. Из чего? Международный суд, безусловно, обязан вмешаться в это. Хотим ли мы жить в мире, где богатые и могущественные станут бессмертными? Где они смогут отбирать у бедных не только средства к существованию, но даже их... Вы не боги! Вы не боги! Ой, ладно. Вы не боги! Пожалуйста, приготовьтесь. Мы скоро начнем. Какие результаты? Может, уже есть какие-нибудь результаты? Нет, мы еще не закончили. Сегодня начнем новую серию тестов. Ладно,
Блять, а? Решить? В фильме «Идиократия» надо было меня посадить. Идем дальше, подключись перед таким через личный порт. Панелью, короче, дать мне вот эти кубик, там, треугольничек, и там я должен был этот треугольничек в кубик пихать в дырку, чтобы не помещалось, и слюна потекла, что. По-моему, это очень затянутый тест эпилог. На создание. Конечно, не такой затянутый, как порядка. В RDR 2, но. Пациент готов к обследованию. Они его ладно, тоже поехали. За 3 секунды на коленке придумали. Пошла в жопу. Я. Просто рандомно буду отвечать. Нет. Все равно разницы никакой. Сегодня. Чтобы какую-то другую концовку посмотреть, мне надо... Смерть. Прямо с этого, с предпоследнего задания чистить всю карту. Вы... Но и то, машина даже при таком раскладе я не посмотрю все концовки, потому что надо было с самого начала, типа, с Джонни лучше общаться. Я там так. Данные получены. Пожалуйста, не всегда хорошо с ним разговаривал. Моторные функции. Лично. Ой, блин. Что, прошлого раза не хватило, чё они да? Все синие тут? Начинайте. Баба синяя, ходить. Руки у меня синие. Это бессмысленно. Мы типа восхищение такое? Вот ира что. Всё, я опять загнал. Сегодня тест... Пошла ты. Канал связи разблокирован. Петя Фантомас. Можете позвонить домой, на землю. Да, еще раз одно и то же. Опять спать. Потом опять кубик будет. Женщина, уходи уже. Вот здесь багов нет. Эта концовка хотя бы они более-менее промотали. Ну, в смысле, промотали, сделали. А последний не повернуть, потому что ты очень тупой. Точнее, тут сознание, там вся херня. Причем тут лицо демона? Не знаю. Зачем они опять это повторяют? Ну как, это уже новость, они обсасывают только чуть-чуть с другой стороны. Пошли нахер, короче. Бля, день сурка, короче, мы устроили. Охуенная концовка вообще. То есть я должен еще потратить где-то примерно, ну, часов, ну, условно говоря, 50, чтобы я увидел просто другую концовку. Просто выполнить какое-то говно там, одинаковые задания, короче, побочные, все вот эти вот, переловить киберпсихов там, покататься на гонках какой-то хуйней, короче, позаниматься, чтобы просто другое, короче говоря, финал увидеть, вот эти вот последние 20 минут.
Нифига в ней не понял. А что тут в ней понимать? Сюжет на коленке. Тебе дали какую-то, блядь, ебаную флешку. Появился Джонни, ты не можешь его выковырить из башки. Потом через какое-то время ты начинаешь подыхать. Вот и все. Когнитивные функции. Что тут понимать в этом задании? В этой игре сюжет сделан на коленке. Это не самая сильная его сторона. Лутер-шутер, типичный. Со средненьким сюжетом. Который претендует на какую-то охуительность, взятую из манги. Ну, там те же самые комиксы, но сейчас уже аниме называйте выпустили. Ассоциации, поэтому, кстати, тоже не очень-то интересно. Я не знаю, может быть, фанатам это параша и зайдет. Я не в восторге от этой игры. А из-за багов ей красная цена не 2700, а 1000, ну, 1000 может быть. Называйте. Быстрый. Так что, брать строго. Без этого. Брать строго по скидке. Но, как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные. Топовый сюжет. Да просто вот на скидку RDR 2. Говорите быстро и не... Ви. Все. Да. Когнитивно. Это головоломка. Даже вот предпоследнюю игру, то же самое, Fatal Frame, то, что я проходил, и то, блядь, интересней сюжет был. 12 лет игры. Какой 12? 20 лет игре. Тут просто смешали все, короче, по чуть-чуть с разных игр, я тебе еще вот что могу сказать. Бля, получилось. Бля, получилось. Хоть что-то изменилось. Привет, уже утро. Просто привет. Привет. Привет, привет, в рот, привет, в жопу два привета. Просто отвратительно. Тут и спятить недолго. С тобой все понятно. Чего тебе надо? Тут не сложнее сюжет, чем в RDR 2. Я говорю то, что сюжет, который мне понравился. Ладно. Что этот сюжет мне не понравился. Боюсь, я принес плохие новости. Послушай меня. Операция прошла успешно. Мы сумели извлечь биочип. Но он нанес твоему организму огромный вред на генетическом уровне. Изменил ДНК. Это очень напоминает последствия лучевой болезни. С таким не живут. Да. Значит, я все-таки умру. У нас еще остались кое-какие варианты. Варианты? Какие еще есть варианты? Операция у меня уже была. В корпорации Арасака научились обманывать смерть. Все, что от тебя требуется, это просто нам довериться. Доверился один раз. Просто я заплатил за нее бабло и думал, может быть, хоть патч чем-то меня обрадует. Пилотная программа. Сохрани свою. Я уже закрыл твоему телу глаза на то, что тут сюжет не самая сильная сторона. Но тут даже баги не исправили за 2 года. Мы создадим энграмму твоего разума. Ёбнутый CD Projekt Red что-то уебывается по какому-то поводу, я не знаю. Я не могу получить новое тело. Искусственный интеллект в игре говно. Мы пока не решили. Пушки добавили. Ни о чем просто. Как же у вас тогда получилось воскресить? Баги не исправили. Что делали, занимались? Ну, уже получается в общей сложности 10 лет чем-то игрой. Что они там делали 10 лет? Только тобой. Бабки собрали и все. Выкатили моды. Делайте сами игру. Делайте сами моды. Делайте, что хотите. Мы больше заниматься этой игрой не будем. Вот вам еще аниме, да куча. В рот просто запихали, чтоб заткнулись нахуй. Иными словами, вы предлагаете мне сесть в тюрьму душа Арасаки и надеяться на лучшее? Скажи сразу, где подвох? Все наши условия и гарантии подробно описаны в договоре. Если хочешь жить, просто подпиши его. Да. Вот важный момент. Оцифрованная личность по закону не имеет прав. Поэтому договор оформлен как отказ от собственности. Временный, разумеется.
Нет. Я не хочу быть собственностью Арасаки. Ну, это бла-бла-бла. Короче, разница в том, что ты, типа, свое сознание можешь запихнуть также на флешку, либо, короче говоря, свалить на землю и там просто подохнуть через полгода. В любом случае, тебе жить полгода. Либо два варианта. Вот то, что ты оставляешь свое сознание на флешке, скажем так, как и вот и Сабура, и Джонни. Договор простой. Либо просто на землю. Без мелкого шрифта. Оставляем, короче. Я хочу жить. Идеальный, правильно пишется. Как, впрочем, и все. Откладывать не имеет смысла. Начнем прямо сейчас. Я не говорю, что RDR 2 не имеет багов. Надеюсь. Я говорю то, что сюжет там хотя бы хоть как-то интересующий тебя. Мой по крайней мере, меня. Тебя дальше. Тут и сюжет не цепляет никак. Эй, как а багов зовут? Выше крыши. Хаджиме. Ну, кстати, в РДР багов на вопрос. На порядок меньше, чем здесь. Что бы ты сказал человеку, здесь? Который садится в тюрьму злейшего врага, чтобы спасти себе жизнь? Я бы сказал, ладно, только не забудь дорогу домой. Все. Ну, решайся быстрее уж. Это я по-белорусски написал конец. Можешь загуглить в переводчике. Конец пишется по-белорусски через А. Я долго думал, на каком языке все-таки написать, но решил все-таки на этом. Думал на чешском или болгарском написать по приколу, но решил все-таки написать так. Земля в иллюминаторе. Я слышал, красивый, но может про это нам тоже врут, как про все остальное. Я что хотел сказать, твои импланты сделаны в расчете на земное притяжение. На орбите могут барахлить. И это к тому, что не надо сбрасывать предупреждения об ошибках, ладно? Ну, сейчас так или иначе. И будут писать, ну, точнее, вернешься. Я тебе люди, с которыми я контактировал, будут давать свои комментарии, типа кому как относился, так они будут во время титров сейчас выступать. Привет, Ви. Просто хотела узнать, как у тебя дела, как вообще жизнь. 100 лет с тобой не виделась. Ты еще в Найт-Сити? Честно говоря, меня так все достало, хочу просто все бросить и уехать. Но что-то вот пока не уехало. Тут как в болоте. Попытаешься вырваться, еще сильнее затягивает. В какой-то момент понимаешь, что остаешься тут навсегда. Как Эвелин.
Короче, береги там себя. Не подставляйся лишний раз. И звони иногда. Пока. Привет, Ви. Это я. Панам, помнишь? Которая с машиной. Слушай, у тебя не найдется для меня случайно какой-нибудь халтуры? Что угодно, возьму да, за все, непременно. Буду играть в идеальные игры. Я думаю, есть, кстати, это следующую, наверное, Metroid Dread запустить. Ладно? Я буду очень давно руки чешутся, полобать мне. Ну вот, как-то так. Вроде бы все. Увидимся в посмертии, наверное. Как раз у нас до 18 октября, пока не выйдет Plague Tale Requiem. Из Альдекальда. Слышал, в Найт-Сити творится что-то серьезное, и ты в этом участвуешь. Не знаю, чем там кончилось дело, но если тебе надо решить какие-то проблемы или где-то спрятаться, приезжай, мы поможем. Ты спас одну из наших. Мы этого никогда не забудем. Да, отмучился. Эта игра на самом деле за 5 стримов она немного заебала. Будем на связи, Ви. Душный этот геймплей однообразный лутер-шутер с одноклеточными мечами. Помнишь меня? Даломейном, в принципе, миссия говно. Неплохая. И с этим, ну, как его, с мужиком помнишь, на кресте еще забавное такое, все я остальное. Ни о чем. Короче, не метро, а Metroid. Metroid Dread. Okay? Если просто позвони мне. В курсе была такая игра. Быстрее, чем очень древняя на Nintendo. Могу и убрать кого-нибудь. Сначала просто Metroid, общем, потом Super Metroid, и я вот на Nintendo Switch вышла Metroid Dread. Ну ты же скажешь, естественно, то, что она хуйня. Так что, в принципе, мне твое мнение особо не важно. Надо отдать тебе должное, Ви. Ты меня удивил. Когда ты сказал, что собираешься поехать за Хельманом, я подумал, что ты вернешься в черном мешке. Но у тебя все получилось. Я редко ошибаюсь насчет людей и их возможностей. Теперь мне даже интересно, на что еще тебя хватит. Не троит. Если вдруг понадобится работа, ты знаешь, где меня найти. Короче, загугли. Привет, Ви. Ладно, они задолбали меня. Дорого, поэтому я быстро скажу, что ускорить. Хотел. Мне стало интересно, как у тебя дела, поэтому я разложила карты и... Ох. Шут, Луна и Верховная Жрица. Это очень... А это же можно, да, не смотреть все? Спасибо, что сыграли. Возьму еще один заказ, вернется в меню. Нет, я больше не хочу эти одноклеточные задания проходить. Так, ладно. Че, вот такая вот игрушка, которая мне не зашла. Денег она своих не стоит. Короче. Давай сейчас перекур и давай вазик побегаем, еще есть время. Вот, сейчас подойду. We'll be right back.
Погнали. Парочку забегов, я думаю, точно еще успею. Че? Это бывает. Кстати, завтра еще Metal Hellsinger добьем. Да ёб твою мать, что ж такое-то? Подождем. Может, и прогрузиться надо, типа того? Isaac and his mother lived alone in a small... Давай новый забег. Да пусть тоже Айзик будет. Что происходит? Понятно. Thank you.